Настоящую гонку на выживание устроили нам судьи на Гран-при Австралии, где Макс Ферстаппен одержал свою 37-ю победу и первый раз в Австралии он победил на трассе в Мельбурне. Спешим сообщить, что в интернет-магазине formulasport.pro стала доступной к заказу коллекция нового сезона атрибутики таких команд, как Ferrari, Red Bull и McLaren. Оригинальные вещи любимых пилотов и команд прямо из Европы в интернет-магазине formulasport.pro. formulasport.pro. Твоя формула, твой мерч. А еще на сайте есть информационная колонка, где я пишу новости о самых главных событиях в мире Формулы-1. Так что заходите, регистрируйтесь, комментируйте и заказывайте мерч Формулы-1. А в принципе у молодого Макса это аж 80-й подиум в его карьере. И таким образом гонка на выживание, где было 5 пейскаров, 3 старта с места, 3 красных флага, куча крэшей, откаты назад результатов. В общем, чего только не было в этой гонке. А компанию Максу на подиум составили тоже 2 чемпиона в действующем пелотоне. Это Льюис Хэмилтон и Фернандо Алонсо. Таким образом у нас на подиуме сегодня было 11 титулов. Но сейчас последовательно рассмотрим события, которые были в гонке. Макс Ферстаппен, в принципе, уверенно победил. Было у него преимущество в гоночном темпе. Были помарки, когда он там выезжал на траву чуть на последних кругах. Но в целом, скажем так, если не учитывать то, что он проиграл там первый старт, то гонка, в принципе, для него сложилась достаточно уверенно. Хотя поначалу этого не скажешь, потому что при старте оба Мерседеса захватили лидерство. На первом круге случился сход Леклера из-за того, что он, пытаясь обойти Лэнса Стролла по внешней стороне трассы, столкнулся колесом в колесо и таким образом вылетел в гравий, из которого уже не смог выбраться. Какое-то кошмарное начало сезона для Леклера. 2 схода в 3 гонках. Это вызвало у нас первый сейфти-кар, но особо никто в боксы не поехал, потому что я имею в виду из лидеров, потому что до конца гонки было еще далеко, чтобы, скажем так, менять стратегию и менять шины до конца. Другой инцидент уже случился, который вызвал у нас красные флаги, это Алекс Албон, который внес коррективы в связи с своей аварией, потому что когда он, скажем так, старался удержаться от Стролла на расстоянии больше, чем секунду, вот как примерно Леклер во Франции в прошлом году, наверное, выжимал из машины больше, ошибка, разворот, залет в гравий и удар, в общем, выбили Албона из гонки, к сожалению, хотя он мог сегодня очень крутые очки, большие взять для Вильямса. Вот этот инцидент вызвал виртуальный сейфти-кар, и некоторые гонщики, как Рассел, как Сайнс, они поехали на питлейн, чтобы поменьше потерять времени, заменив шины, и уже таким образом ехать до конца. Но некоторые, кто этого не сделал, тройка первая, Хэмилтон, Ферстаппен и Алонсо этого не сделали, Рассел таким образом потерял лидерство, когда поехал пит-стоп, Сайнс тоже откатился, и потом дирекция гонки вводит красный флаг, и таким образом все их пит-стопы обнулились, потому что у нас машины при красном флаге могут менять шины, там лезть в подвеску, чуть ли не менять крылья. Это все, как бы, скажем так, легально и убило интригу для этих двоих гонщиков. Дирекция гонки решила делать старт не сходу, а с места. Это тоже внесло свои коррективы, потому что первый рестарт прошел относительно спокойно, а вот на втором в конце гонки все перекрешились там и, в общем, пришлось откатывать протокол назад. Интересный, конечно, момент в Формуле 1. Я до этого пока что, ну, не видел, не сталкивался с этим. Интересно очень. В общем, Джордж Рассел и Карлос Сайнс прорывались наверх постепенно, но у Джорджа Рассела, как назло, отказал мотор. Прямо такое пламя открытое загорелся. Остановился он возле питлейн, но там, скажем так, включили виртуальный пейскар и все прошло относительно спокойно. Гонка была достаточно динамической, первая тройка, в принципе, ехала друг за другом. Сайнс обогнал Гасли, но Гасли всю дорогу держался за Сайнсом практически до самого финиша. В середине пелотона также кипела борьба на всех этажах, Перес прошивал постепенно пелотон. И самое интересное у нас случилось после того, как Кевин Магнуссон задел стену, у него разбортировалось колесо, сломалась подвеска, и ввели еще один режим красного флага, когда оставалось 2 круга доехать до конца.
Дирекция гонки опять принимает решение старта с места. И вот здесь был супер жесточайший крэш, когда просто половина пелетона, скажем так, попали в аварии. Это и Сайнс, который развернул Алонсо и поддел Строла. Это столкновение Гасли и Окона, напарников по команде. Трех гонок им хватило для того, чтобы наконец-то начать настоящую вражду давнюю, которая у них таилась. Саржент въехал в заднюю часть машины Де Вриса, и тоже оба пилота сошли. В общем, полная жесть. После этого у нас был пересмотр гонки, опять красный флаг, и протокол вернули на тот момент, когда вот они стартовали, скажем так, после 56 кругов и уже финишировали под пейскаром. При этом Сайнсу влупили 5-секундный штраф, который из-за того, что он вот это столкновение с двумя Астонами спровоцировал, и он вылетел за предел 4-го места, за пределы 10. Так что Феррари уезжает с баранкой из Австралии по набранным очкам. Ну а три чемпиона финишируют в последовательности: Ферстаппен, Хэмилтон, Алонсо. Лэнс Стролл на 4-м месте, самый лучший результат его в сезоне. Благодаря профсоюзам поднялся Перес с лучшим кругом и гонщиком дня на 5-м месте. Ландо Норрис и Оскар Пиастри 6-й и 8-й. Первые очки размачивают они баранку, в общем, в этом сезоне, и уже неплохо поднимается в чемпионате. Ника Хюлькенберг 7-е место. Представьте себе, как он набрал обороты и как хорошо проводил эту гонку. Гуаню Джоу 2 очка зарабатывает для Альфы. Юки Цунода замыкает призовую десятку и набирает балл для команды Альфа Таури. Таким образом, также у нас все команды, получается, уже набрали какое-то количество очков с нулем. Никого нету в Кубке Конструкторов. Ну а физически у нас финишируют на 11-12 месте Валтери Боттас и Карлос Сайнс, а все остальные 8 пилотов сошли. Макс Ферстаппен упрочивает лидерство в личном зачете. Льюис Хэмилтон поднимается на 4-е место. А в Кубке Конструкторов Red Bull в 2 раза практически уже больше, чем Aston Martin, набрал очков в чемпионате. И таким образом, такой получилась Австралия, которая раньше начинала чемпионат. Именно с этим у нас ассоциируется именно трасса в Мельбурне. Непредсказуемая, интересная, и, по-моему, это самая лучшая гонка в чемпионате. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите в комментариях, как вам гонка в Австралии. Подписывайтесь на канал, и до новых встреч на канале F1 Stelsic.